Сегодня это называют вбросами и фейк-ньюс, но существовало это на Западе всегда. И один из главных фейков России — это так называемые потемкинские деревни, которые были изобретательно придуманы европейскими пропагандистами, хотя причин для этого не имелось вовсе, кроме политической необходимости, разумеется, европейских держав. Суть заключается в том, что якобы князь Потемкин показывал императрице Екатерине Великой муляжи и макеты новых деревень, которые ему было поручено создать и основать. На самом деле, разумеется, этого просто не требовалось. Как только земли перешли к Российской империи, там так и началось немедленное освоение плодороднейших угодий с одним из лучших на территории нашей страны климата. Южные широты, смягченные близостью моря, идеальное сочетание, туда и так ринулись все, кто могли. Если уж в чем и обвинить Потемкина, то не в том, что он имитировал успехи, а в том, что присвоил. Впрочем, во многом благодаря ему же эти земли стали нашими, так что имел такое право.